Загадки о Солнечной системе. Знают взрослые и дети, летают в космос на ракете. Караул, беда, беда! Сорвалась с небес звезда. Знают люди с давних пор, не звезда, а метеор. Метеор сгорает, в темном небе тает, а до земли долетит, назовут метеорит. Редкое гостье на небе ночном увидит ее в телескоп астроном. Хвост распушив, над землей пролетает, ярким пятном в темном небе растает. Комета. Астрономия – наука. А о чем? Ответь, а ну-ка. Наука о звездах. Наука будущее вам предскажет и верный путь для вас укажет. Ведь звезды на судьбу влияют, они о судьбах наших знают. Астрология. Наблюдающий время переводится слово. Мы с ним точно знакомы. И оно нам не ново. Что нам звезды пророчат, в нем каждый узнает. Он бывает на день, и на год он бывает. Гороскоп. Она светит, но не греет, и размер сменить умеет. Очень яркая она, ночью полная. Луна. В темном небе серп бывает. Может, звезды им срезают? Это просто луны долька, и не острый он нисколько. Месяц. Ночью не могу уснуть. Я смотрю на Млечный Путь. Коль пойти по нему, так, наверное, встретится на этой дороге большая медведица. По бархату черного неба рассыпались яркие точки. Особенно много их видно в морозную, ясную ночку. Звезды. Небесное тело звездоподобное. Между Марсом и Юпитером их великое множество.
их малыми планетами еще называют, в диаметре 900 километров бывают. Астероиды. Когда комета или астероид на части распадаются, словно падающие звезды в небе разлетаются, увидеть это каждый рад. Это осенний звездопад. Авторы: Субботина Антонина Николаевна и Москаленко Андрей Николаевич.